Малоинвазивные методы лечения предстательной железы и почки, они не являются золотым стандартом в лечении этих заболеваний, но применяются при определенных ситуациях. Но рак предстательной железы малоинвазивным методом этой... Значит, начнем с того, что основным методом лечения рака предстательной железы это является радикальная простатэктомия. Каким методом она будет, открытым, роботизированным способом, лапароскопическим, это не имеет значения. Малоинвазивные методы включают это брахиотерапия, когда непосредственно в предстательную железу вводятся радиоактивные электроды, которые они там находятся, они выделяют радиоактивные вещества, и железа не дает раку распространяться в этой железе. Также малоинвазивными считается это воздействие на железу низкочастотных волн, или, то есть температурной реакции, или высокая температура, или низкая температура, когда происходит или выпаривание железы с опухолью, или наоборот заморозка ее. Это в основном вот такие малоинвазивные методы лечения рака предстательной железы. Лечение опухолей почек малоинвазивными, но из оперативных это является или резекция части почки, или же так называемая абляция, когда в непосредственную опухоль без всяких разрезов вводятся электроды и также воздействуют или низкими температурами, или высокими температурами. Но надо сказать, что малоинвазивные методы применяются при опухолях не более 4 см в диаметре.